Поехали. Еще стон баджик. Увы. Столько удачи не завезли, да? Ой, блин, сразу же ножик и хеллспот. А у меня что, я без оружия буду? Типа ножиком и молотком буду драться? Ладно. Будем драться ножиком и молотком. Надеюсь, это умеет наносить урон. Нет, не умеет. Слушайте, он меня даже в берса не может закинуть. Потому что у него один меч, не два. А мы сейчас в берса на фатиге выйдем, и он умрет. Еще и банка выпилась. Ну чё, молот и свинка? Жаль. Полная сковорода. Камни. В камни и гигабонкер какой-нибудь поиграть. Довольно ранние камни. Но я, скорее всего, сейчас проиграю, если не возьму хотя бы метлу, да, в оружие. Блин, зачем я рольнул с камнями? С камни. На свинку бояться не буду, потому что у меня уже есть экономика в виде камушков. Мне не нужен банан, потому что... Блин, вообще, ну, банан как бы круче, чем холлспот. Или нет? Хильнись на 4 раз в 5 секунд. Допустим, битва идет 15, хильнись на 12. Ну, как бы да. Okay. Скажи, как в игре собирать 6 плюс манарбов. Это в другой игре, ребята. В другом билде. Бонька. Молоточком по лицу. Что хилинг хербы хорошо зайдут в банку. Да почему я ролю с сумкой? Я же дурак. Можно сделать мана дагер. Right here, right now. Давайте. Экспериментируем. Играем во всякое странное дерьмо. Играем в то, что дают. Это самое главное. Потому что заранее собирать билд — это скучно. Даггеры с камнями хорошо, если вдруг найду этот. Блин, какой ранний берс, да? Ну какой один хп? Ну в шипы убился. Ладненько, бывает. Ой, ребята, что творится? Вы посмотрите на это. Что творится, да? Что же это такое? Вы просили показать, как собирать манадагер. Я начинаю потихоньку. Нужно как-то еще освободить, а мне нечего больше ускорять сватами. Копье — самое быстрое ускорение из тех, что я могу найти. Ну и банан, видимо. Хотя, подожди-ка. Молот быстрее банана. 3,5. Вообще, сделать лоб вот так вот. Поворот. Ой, давайте перевернем, а то вот так вот. Тычет как-то страшно. Поехали. Лучше, я не люблю играть на мане. Да я не... Ну, типа, она никогда не собирается. Вот сейчас внезапно пришла ранняя. Ну, типа, еще бы и не собрать, да, так. Блин, сюда бы еще больше звезд, чтобы броню пробивать. А у него нет брони. Ага, у нас почти одновременный берс, но на мне блайнд. И это очень плохо.
И... Актеры побеждены. Так, вытаскиваем камни. Всегда абсолютно вытаскиваем камни. А, шапка, перчатки, берсерковые. Стамина, то сюда-то нормально. Так, что у меня? 15% шанс, найду ли я этот меч. Черт его знает. О, этот. Короче, ну вы поняли. Копье не в классовой сумке оказалось. Оу, щит, а как так вышло-то? Вот это я, конечно, прошляпил, проворонил. Хочу ли? Перчи. Не, давайте броню кожаную вначале поищем по скидке. Слушайте, ну вот это вот по скидочке-то выглядит отлично. Нам сейчас надо эпики искать как раз. Банан влево, копье вправо. Так, сейчас минуту. Оформим, оформим. Да, у меня тем более банан не так важен. Я согласен. Да-да-да-да-да. Хороший, хороший варик. Хотя в целом холи копье никогда не играл. Кстати, мана билд с холи копьем. Ну, никогда нормально в него не играл. Блин, а ведь хорошая, прикольная идея. Единственное, я уже в мана билд без факела иду. Это вообще реально? А чем дамажить-то? Святым копьем как раз. Не знаю, слишком холи копье слишком ситуативно против дебаферов. То есть в основном работает против риперов и шиповых лучников. Как будто бы все же слабовато, да, работает? Не знаю. Есть такое все-таки предположение. А в какой мы пойдем этот предмет? Наверное, тот, который с камнями, шаманскую маску, да? Шаманская маска под магом говно. Ну, она дает ману, но и теряя удачу. Но сама по себе удача не нужна манна оружием. Хотя нет, вот этому нужна. А святому копью нужна или не нужна? У него 100% аккурсия, значит, нужна. 100% билдов сейчас имеют дебафы. Блин, слушайте, я довольно сильным себя чувствую. Может быть, второй Box of Riches купить? Посмотрите, что больше всего дамажит, но, скорее всего, спектральный дагер. Мне как бы нужны сумки. Но в то же время я очень хочу подролить что-нибудь из эпиков лег. И наролил в итоге только дагер и вампирский. В кастет пойти с дагером. Дагер вампирский, дагер спектральный. Да не, ну с двумя коробками-то я хочу все-таки в этот... С двумя коробками-то я хочу в шаманскую маску все-таки. И, возможно, в гигабонь какой-нибудь в будущем. Не знаю. Идея билда гениальна. Берем копье, чтобы ломать броню. А спектральный дагер, чтобы игнорить броню. Броня не пройдет. Да, такого я не ожидал на самом деле. От билда. Ну нож, ну выиграй ты! Все говна, а не нож. Самое смешное, что мне вообще не нужен банан.
еще одну кожаночку, наверное, скип. Да, хотелось сумку найти, да, и нашел. И как ее купить, вопрос. Продать этот травушку. Странный мув, очень странный. Чтобы пробивать броню. А это копье тоже пробивает броню, дестрой и арму, да. Минус копья, как по мне, что при этом в бонусе в 100 скорости у тебя не бесконечная стамина, значит от него это весь смысл. Не совсем понял. Внезапно залочу, раз уж мы в ману играем. Какую-то. Сразу же до броня звучит кайфово, да? Блин, не у кучи брони, я не поставил копье на этот. Увы, Ирги, все-таки надо было один слот копье оставлять. Сейчас бы уже давно пробил его и, наверное, выиграл даже. Но я пожадничал, я вышел в две коробки. Шаманские руны. Третья коробка. У меня с оружием беда, да? У меня вообще урона нету, типа. Фиолетовый щит, доспех. Не лечились. Подождите-ка, не хочу ли я хангрик купить? Хочу. Я вряд ли в святое копье все-таки пойду. Сейчас какой-нибудь... Ну, в любом случае, мана 3 здесь хорошо заходит. О, здорово. Он меня убил до берсерка. Вернее, мне прокнул берсерк, дал броню, и я умер. Прощай весь монобилд. Кстати, корона. Сори, но я гигабонкер. Оно, конечно, было прикольно, но уже не прикольно. Аметист один из самых слабых, сам соберется, да? Вытащить все коробки, вторую броньку берсерковую взять. У нас пока недолгий берсерк, наверное, не готов это делать. То ли дело перчи. Маска прок есть, я знаю, я хочу ее сюда поставить.
Well, допустим. Yeah. Точно ли правильно камни расставил? Ну да, один синий, один красный, два желтых, потому что мне нужна скорость. В спектральный даггер можно было что-то запихнуть. Что, не знаю, но что-то можно было. Блин, как же нужно выйти в этот... Все, есть, выжил и прокачал, отлично. У него гигадракон был! Желт надо вытащить из меча потом. Ну, вот не знаю. Мне точно нужна флейта. Я очень надеюсь, что я ее куда-нибудь запихну. Сейчас сумки, плиз. Стамина, стамина пак вообще супер. Не, вот теперь, мне кажется, желтый можно и здесь оставить. Потому что, во-первых, мне некуда их больше пихать, это раз. Во-вторых... Во-вторых, у нас во время берсерка оружие стоит 2,5 стамины. Это не очень много. С учетом ускоренного банана нам должно хватать. Поэтому... Поехали. Planet Crafter вышел в релиз. Будем возвращаться. Я думаю, вообще надо бы. Типа, мне кажется, что это, ну... Все-таки игра была заказана на 50 часов. Значит, ну... Есть смысл это пройти. Так, я пока не в берсе, да? Блин, он сейчас меня в берсе выведет. Так, а у него что, еда под цепочкой? Как будто я сильнее, да? О, берс пошел. В смысле, подожди, а почему ты 6 регена? И что? У него берс был более долгий. А у меня вообще нету ошейников. Этот... Спасибо. Фанфара дают манну, фигня, вырубают вражескую стамину. За 4 маны, конечно, прикольно, но нет. Так, подожди, вытащить эти камни и попробовать найти сумки. Сыр сейчас не влезет, сумки. Пожалуйста, сумки, вот сумка. Так, зеленые камни точно сюда, эти камни в пробитие. Баджи руна, ну, уменьшение батл... Ну да, урона в батл рейдже это хорошо, меч триггерить быстрее, такое себе. Можно, кстати, в нож вообще запихать, звучит прикольно. Бить и занимать стамину. Пока этот нож прокнет, он точно не успеет получить и 20%. Но у него 2,5 скорость. Ну, вообще, я в целом согласен. Это скорее не сработает, чем сработает, но... Баджи руна в броне все-таки хороша. Очень хороша. А еще можно на 10% меньше стамины тратить в этом, ну... Оп, почти. И последний боньк. Че, у тебя такой пустой билд, жесть. Что это? О, это очень хорошо.
Еще сумку, пожалуйста. Банан, блин, нормально звучит. Ну, куда его? Мне и так места нету. Кстати, рядом с щитом кайф. Жесть, одна попытка осталась выжить, жесть. Одна, блин, попытка. Может быть, продать одну сумочку и одну ягодку и купить все-таки крита руну, например. Чтобы этим критовать. Пятнадцать процентов, ну пойдет. Маленький. Там зеленый не объединил, а, но они так стоят далеко друг от друга, да. Блин, чел, нет, не смей меня убивать. Сейчас я в берсерке тебе сделаю боньк. А потом боньк. А потом еще один боньк. Есть. Ну куда он мне? На седьмой ход. Обязан. Обязан. Ну, на 13-й раунд, на 7-й победе, я имею в виду. Да. Обязан, ребята, обязан. Не могу, нет, не могу, не могу скипать подарок. Это нельзя делать. За один ход изи окупить может. Ну, пока у меня один с голды, да, ну, не факт. Мне лучше руны поискать. Не выживем. Да не, я достаточно сильный сейчас на этом мече. Блять, на один вниз. Не, лучше пускай она будет в дафлбеге, потому что пока она в дафлбеге, меч усиляется. Еще критовик? Нет, мановик. Мановика мы, наверное, пробьем через щит. Да, потому что у нас синие камни. Лопата точно в помойку. Фанни пак, это, конечно, хорошо. Много камней. А это мне откуда? Мне, наверное, этот, кстати, подарков насыпал, да? Манадрист. Ну, типа... Да нет, мне вся стамина в Бастед Блейд нужна. Один ролл сделаю без сумки. Ничего не нашел, пофиг. Ролим дальше. Давай, подарок, давай, давай, тащи, тащи. Чейнвип. Блин, мне кажется, гигабоньк сильнее, чем чейнвип с двумя псами. Должен его сейчас, как только берсерк прокнет, убить. Ты, я и берсерк не успел прокнуть. Слушай, зато кучу камней насыпает. Прям реально кучу. Эмпауэры, кстати, от морковки, на самом-то деле. Не знаю, что с ножом делать. Не могу придумать. А у меня хита не будет, Жень, да, никакого.
Ну, типа, вряд ли у меня будет хит. Еще и стамину будет жрать. Хит лучше для Бонька оставить, факт. Давайте один ролл. Я просто руны хочу найти. Хотя бы еще одну руну хорошую. На один вправо. Кинжалы стамину не жрут. Как же вы ошибаетесь, чат? Вы... Те, кто думают, что кинжалы не жрут стамину, ни разу не играли в эту игру. Еще у всех мана, у всех шилды есть. У всех. Чем это? Еще как жрут. Конечно, жрут. Так же, как и Forging Hammer жрет стамину, кстати, и лучше его, наверное, как-нибудь вытаскивать из сумки, хрен его знает. Что думаете? Вытащить Forging Hammer? С другой стороны, у меня же шаманская маска, можно в него камень запихнуть. Любой, да даже он вампирский. Хотя вампирский лучше ставь в броню, а вот это вот так вот сделать. Там 1 секунд ДПС, так дело же не в ДПС. Дело в том, что это 2 удачи. 2 удачи это шанс на баста двоиды попасть во время блайндов, например. У него есть блайнды. У него нет щита, так что хорошо, что оставил, видимо. Да и шанс снятия дебафов. Ну, если я его сейчас резко не убью, а я его, походу, резко не убью, он меня выиграет. Давай, критуй, критуй, хавкруна, пожалуйста. Видимо, мы вылетели из-за того, что эта грёбаная имба мне попалась в самом конце. Поломанный билд. А так все хорошо шло. Ну ладно, даже забайтился на подарок. Погнали в лопату. Че бы и нет. Без стамины, конечно, лопату играть. Ой, как грустно. Сбор лопаты, когда у чела щит. Я проиграю. Можно даже не пробовать. Нет! Как же риперша сильна на старте. Просто жесть. Еще и сразу же лезер армор пришел. Типа... Че? Ничего по скидке не купил. По-моему, не знаю, песок, наверное, по скидке купился. Пока что это знак того, что билд не очень сильно собирается. На самом деле, подарок сильно выгодный. Это буквально бесплатный ролл, и притом из всех классов. Так что его не брать смысла мало. Я в целом, да, согласен. Подарок классный. Я, да, ну... Если бы я наролил рун еще, может быть, если бы я покритовал по челу. Ну ладно, там реально имбобилд был у чела. Я сомневаюсь, что я мог это выиграть. Самый этот полом на сковородке, который причем довольно быстро собирается. Да.
Безумно поломанная сковородка, поэтому. Да, выживаем мы, конечно, реально тоненько. Ну, давайте еще песок возьмем. Хотел расставиться по-другому. А, ну да, можно. Оптимизация уровень 100. Сразу три... А, ну сразу три блайнда и единичку яда еще сразу. Это важно. Это важно. Че, 65% шансом, как тебе попадается, а, чел? Классический лопата в темный меч билд, наверное. Опять на одном выжил. Вряд ли, но уголек. Хм. У меня ничего нет для яда. У меня нет губерта, у меня нет грибов. Но это очень ранняя коса. 6-10 урона. 4-7 урона. Бьет раз в 1,4 секунды. Но стамины чуть-чуть побольше жрет, конечно. Парные лопаты и тотальная слепота. Это хороший билд на старте у Рипера, но... Ну вот сейчас мне надо выбрать, во что. У меня уже есть броня для каменной брони. Так, дорого. За 4. Если я за 4 продам 4 плюс 2. А, давайте косу, реально. С лопатой это еще и экономика. Чеснок, наверное. Сколько у меня слотов? 5, а надо больше, да? Значит, чеснок надо продавать. Значит, просто слотов не хватит. Ну да. Стамина пак заролить, не знаю. Ну, не знаю. Залочить. Не-не, сейчас, ну, мне сейчас нужны базовые паки, и я до губерт. Два оружия. Хангри и лопата вместе. С карты. Блин, мне кажется, ему не хватит. Я ему 7 яда уже наложил. 8. Промах. Да как? О-хо-хо-хо-хо. Да уж. Интересненько. Я совсем не помню, нужен ли мана орб в ядобилдах. Наверное, нет. Ну, камень-то точно. Манорб вообще не нужен, да? Найс. Просил скидку, получил. Да, да. Арба для щита. Ну да, да, для щита можно было. Да. Ну, что поделаешь, я сейчас очень хочу губернского попробовать, да, выставить. Только как... Блин, продавать песок очень не хочется, но, видимо, придется. С другой стороны, подождите-ка, а зачем мне губерт сейчас? Если у меня броня... Блин, а может быть... Ну да, броня сильнее, чем губерт сейчас в данной ситуации. Поэтому я просто залочу вот это. И попробую, и куплю ягоду. Ускорить проки яда. Шип с одним достаточно быстрым оружием. Щит. Стамина, кстати, закончится, общит. Да че у меня всего 4 яда-то? 7. Почему так мало?
Еле-еле. Кажется, я наложил еле-еле 11 дебафов, это 6 брони. Кажется, броня не сильнее. Я до банку купить, чтобы тоже усилить ее сейчас, продав при этом песок. Билд на одном хп, это жесть, вообще мне везет просто. Я до банка сейчас как одна, очень слабо. Мне надо второй грипп найти и Губерта делать. Повезло. Два гарика, это сейчас, это очень даже. Я улетела. Как я глупо расставился. Губерта прокает один только гриб. Зато агарики ускоряются чуть-чуть. Нет, зачем мне сковородка? Домонем типа? Не-не. Чел с молотом сильнее. Второй луз. Чего, блять? А как? Да то, что халдит, да понятно, да. Ну. Так, все на один влево. Хватит сумок, скорее всего, нет. Хватит. Ждагер купить еще хотя бы. Чтобы любого вида активатор был. Да уж, забавный я добил, так прям как-то вроде бы собирается, но при этом вообще без скидок, коса за 14, просто жесть. Ну, меня сейчас с копьем вынесут. 19 яда никак, мне это не... 28, блин, успел Губерт сработать второй раз. Мог не нож продавать, мог, в принципе, продать этот. Мог продать карточку, кастомер. Блин, вампирка на 20 максимум хп, вампирская броня, конечно же. Конечно же, вампирская броня. Расти песок, но... Это, конечно, не... Этот... Не каменная, но тоже топовая. Типа за 5. Хотя бы первая хорошая скидка. 4 монетки сэкономил. Это я должен выиграть. Он даже не накачивает урон оружием. Очень странный чел. И такие тоже попадаются, да? Раз в 3 секунды, раз в 3,5 секунды. То есть броня круче, чем Губерт. Ой, чем этот. Хорошо. Мне бы сейчас, кстати, регенерацию, чтобы не умирать. А вот и каменная броня, которую тоже надо будет собрать. Блин, если я сейчас это...
Ну, я, наверное, немножко по вампиру косой-то. Это я хочу этот каменную броню потом сделать. Блин, я когда-нибудь куплю косу, как думаете? А, у меня еще и камешек красный, да-да-да-да-да. Вампирим на один. Ну, он реально один вампирит, без шуток. Ну, потому что гребаный чейн-вип все украл. Чувак, умри, спасибо. Фух, как близко-то. Что ж, обязан. Обязан. Я нет, я не буду это скипать. Не хочу, хочу взять все. Я не буду это скипать. Единственное, мне бы поменять паки, да? Хотя можно было просто поменять камень. Хотя нет. Здесь важнее, потому что этот еще и в гробу лежит. Да, в гробу я эти ваши паки видал. Можно ли сделать так? Чтобы еще и банку... Не, ну это я уже совсем придумываю. Говно, чтобы один баф получить. Один. Фанни под коробку? Под кобру? Не получится иначе, разве нет? Мне кажется, у меня не хватит тогда сумок, чтобы Фанни под кобру еще запихнуть. О, тоже, кстати, Еда-билд. Может, Губерт-то Poison выиграет? Нет, я об шипы умер. Какой пи***ц, у меня при этом, у меня стамины-то вообще нет. Как я мог умереть об шипы? Не знаю, зачем мне это. Мне это нахрен не надо. Вот 4 я, наверное, не осилю. Хотя... Косы топ, особенно если поставить их мельницей. А как? У меня пока идей никаких нету. В смысле, обычные же сюрикены? Ладно, я понял. Мельница. Ни разу такого, кстати, не слышал. Четвертая точно не нужна, да ну. Если что, косы уже так себе активаторы, я понимаю. Ребят, я понимаю, ну что я могу с этим сделать еще? Типа, ну так сделать, вот так сделать. Ну так сделать.
купить ягодку вместо камнебанки. Фух, уместили. Уместили. Все вроде, да, нормально работает. Да как будто бы да. Восемнадцать, одиннадцать, двенадцать. Мало. Брони не хватает, типа. Да и вообще я супер мало яда накладываю. Скорость птичку да змейку, птичка и змейку да ягодку, да. Ой, блэд, как же плохо я это сделал. Как здесь было-то вообще? Я уже забыл. Вот так, наверное. Что-нибудь придумаю. Сейчас, подожди-ка. А что если... Один слот. Одного слота не хватает. Но... И Губерт не под этим... под змеюкой. Две косы, две цели, одна на Губерта. Ну, вообще, я тоже так думаю, скорее всего. А броню куда? Подождите-ка, я почти нашел. О, прости, птица, но мне нужен слот. Слот. Ну тогда я бы птицу никуда не выставил, да? О, нет.
Гарик залочить. Вин зарешенный пазл дадут. Хотелось бы. Змейку развернуть. А как? Вот так вот. Можно, кстати. Косы плохой активатор. Так кто б спорил? Ну броню-то я под губер-то не запихну. Стамина пот? Не-не, стамина пот нафиг. Или за... Не, не запихну, потому что у меня сверху слотов нет. Ой, боже мой. Всего 18 яда, у него неуязвимость, у него бёрнинг баннеры. Самое жесткое это у него холи армор, да? Холи армор не надо, не убивай меня, я только все расставила, у меня еще одна коса впереди. Я пытался. Бесполезная третья коса, никогда не бери ее. Когда она мне выпадет в следующий раз, я обязательно ее возьму.